Здравствуйте, сегодня я вам покажу флис детский. Вся интересующая вас информация будет под видео. В основном это кофточки. Точнее, это все кофточки. Очень приятный на ощупь. 98 сантиметров. 110 сантиметров. Под искусственный мех, тут небольшое пятнышко. Внутри тоненькая подкладка, 116 сантиметров. Очень приятный на ощупь. 128 сантиметров. Сто 115 сантиметров. Все это из одной и той же ткани. Если будет какая-то другая, я вам сообщу. 128 сантиметров. Она очень мягкая. На 4 года. Сто 4 сантиметра. 104 сантиметра. В основном все кофточки теплые. На 11 лет. Сто 23 сантиметра. 128 сантиметров. 122 сантиметра. 6. Тут небольшое белое пятно на рукаве. На 128 сантиметров. Все очень мягкое. 140 сантиметров. Вот эту верхнюю ветровочка. Здесь внизу белые пятна по всему переду курточки. Внутри флис, очень мягкий, 110 сантиметров. Капюшон отстегивается. От 4 лет. 152 сантиметра. 98 сантиметров. Довольно плотная, очень-очень теплая. 140 сантиметров от фирмы Kids. 122 сантиметра. Довольно плотная ткань. Здесь парочка пятен. Под синтетику, но внутри флис. 128 сантиметров. 152 сантиметра. Здесь небольшие пятна от мешка. Также ветровка с этой стороны. Здесь небольшое пятно. Внутри нет подкладки. Она тоненькая, 164 сантиметра. Тоже очень мягкая. Здесь небольшое белое пятно. Фирма Tic Tac, 122 сантиметра. Фирма Kids, 5-6 лет. Также сверху тонкая ткань, ветровка. Также фирма Kids. 146 сантиметров. Внутри с подкладкой, очень мягкая. Капюшон отстегивается. Расстегнуть ее не смогла. Также ветровочка сверху. Внутри начес очень-очень теплый, 13-14 лет. 146 сантиметров. Сверху вязка. Внутри начес 140 сантиметров. 120 сантиметров. Сто 10 сантиметров. Также довольно плотная. 128 сантиметров.
140 сантиметров. Довольно тонкая по сравнению со всеми остальными. 152 сантиметра от фирмы Kids. Также тоненькая. 125 сантиметров. Довольно плотная. Теплая. 152 сантиметра. Сто сорок шесть сантиметров. На 4-5 лет. Десять 12 лет. 116 сантиметров. Сверху ветровочка, внутри тоненькая подкладка, 140 сантиметров. Здесь есть небольшие пятна по курточке спереди. И еще немного их сзади. Семь 8 лет. 110 сантиметров. Очень приятная на ощупь. Здесь есть парочка желтых пятен, но их не очень сильно заметно. 104 сантиметра. Также очень-очень мягкая. На 8 лет. Тоненькая, у нее есть небольшие пятна на спинке. По всей спине. 11-12 лет. С начесом, 122 сантиметра, также 5-6 лет, тоже тоненькая по сравнению со всеми остальными, 150 сантиметров, синтетика, самая тонкая из всех, которые я вам только что показывала, сильно застиранная впереди подмышками, на 152 сантиметра. 152 сантиметра теплая, тоненькая, от фирмы Kids 134 сантиметра.